трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Плата для большегрузов за проезд по федеральным трассам вырастет с 15 апреля не в два раза, а на четверть. Километр будет обходиться в 1 рубль 91 копейку. Такое решение приняло правительство страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев на недавней встрече с перевозчиками отметил, что власти не будут резко прекращать действие льготного периода. Ожидается, что новый тариф просуществует до конца 2017 года. Трасса 101. Депутаты Госдумы вскоре рассмотрят законопроект, разрешающий привлечение водителя к ответственности на основании записей видеорегистраторов и других гаджетов. Как рассказал один из парламентариев, в случае одобрения инициативы будет выпущено мобильное приложение, позволяющее отправлять видеозапись в ГИБДД. Написание заявления при этом не потребуется. Трасса 101. В России начал действовать закон, ужесточивший административное наказание за плохое состояние дорог. Ответственному должностному лицу отныне грозит штраф в 30 тысяч рублей, ранее 3 тысячи, юридическому от 200 до 300 тысяч. Кроме того, для должностных и юрлиц предусмотрена ответственность в случаях причинения вреда здоровью участникам дорожного движения. Это 100 тысяч и 500 000 рублей соответственно. Volkswagen грядущим летом представит серийную версию нового кроссовера T-Roc, младшего брата модели Tiguan. Длина автомобиля составит около 4 метров 20 сантиметров, ширина 1,80 м. По пока не подтвержденным данным, машина получит бензиновые двигатели объемом от 1 до 1,8 литра, мощностью от 105 до 190 лошадиных сил. Будут и дизельные агрегаты объемом 1,6 и 2 литра. Коробка шестиступенчатая механика, а в более дорогих комплектациях семиступенчатый автомат. Трасса 101. Власти Москвы планируют снизить максимально разрешенную скорость движения внутри Садового кольца с 60 до 50 км в час. Такое, говорят чиновники, практикуется во всех столицах. По их словам, последствия ДТП на скорости 50 км в час и 70-80 км в час фатально различаются. К тому же число пешеходов в центре столицы постепенно растет, а большинство автомобилистов и так двигаются с меньшей скоростью. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.